Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. И в этом уроке я вам хочу показать симпатичный виджет, который позволяет делать вот такой всплеск звездочек в любом месте на вашем сайте. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. И у нас вот такая вот плашечка. Мы можем за ползунки уменьшать виджет вот так и вот так. И от этого зависит область, там, где будут появляться звезды. Точнее, звезды появляются тут ниже, вот эта плашечка, звезды долетают как бы до нее, там, где она находится, и исчезают. То есть, смотрите, если мы плашку подвинем на уровень логотипа, то есть вот этой моей картиночки, давайте посмотрим. То есть, смотрите, получается вот такая ситуация. Они у нас даже не взлетают. И если мы плашечку поднимем выше, например, до конца нашего холста, и посмотрим, то обратите внимание, ситуация уже другая. Что здесь, что здесь. То есть положение этой плашечки меняет, как будут звезды показаны. И еще, если мы низ плашечки оттянем ниже, то есть у меня получается примерно вот такой уровень, то смотрите, что произойдет. Мы видим, что звезды поднимаются и падают вниз. То есть мы увеличили область, у нас звезды не исчезают сразу, а сначала устремляются вниз. Если сравнить с этим, то они у нас как бы уходят вверх, да? А здесь стремятся вниз. То есть мы таким образом можем менять направление. Мы можем не только это. Если мы зайдем в настройки, еще мы можем сменить цвет нашим звездам. Давайте посмотрим. Вот видите, теперь у нас зеленые звезды. Надеюсь, вы найдете применение данному виджету. На этом здесь все. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!